Привет, Маганфейки, с вами снова я, Канни Слер, и сегодня будем смотреть, что добилось такого чудесного неонового Райт Буффало. Давайте сядем на него и отправимся в трейды. А также я проводила в своем телеграм-канале конкурс на ястреба, динозаврика и гидрочку. Так что подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании, чтобы выиграть легендарочку, либо же кого-то еще. Условия просты, лишь подписаться на мой телеграм-канал, на мой канал в ютубе, поставить лайки, написать комментарии и отправить эти скрины в телеграм-канал. Не буду задерживать, погнали! Нам кинули первый трейд, давайте посмотрим, что нам дадут за нашу неон-камоночку. Человек попросил питомца, но я не даю их бесплатно. Я долью их либо за выигрыш в конкурсе, либо же моим подписчикам. Вот и новый трейдик. Давайте посмотрим, что нам дадут. Честно, пэты тут не очень, тут есть как и новые пэты, так и старые. Я решила отклонить, потому что мне не нужны эти ультрарарные, рарные, необычные или просто обычные питомцы. Мне нужны либо одни большие или же средние. Трейдов довольно-таки мало, поэтому я планирую перейти на другой сервер, но как я только захотела это сказать, нам кинули трейд. Нам дают японское яйцо. Не, ну тут я, конечно же, отклонюсь, как-то раздержаться, да легко. Потому что мне уже хватает на это яйцо, и оно довольно-таки не ценится. Нам кинула трейд та самая девочка, которая кидала трейд до этого, но я же уже отклонила этот трейд. И тем более она не добавила ничего нового. Зачем тогда предлагать такой же? Возможно, она и поменяла каких-то пэтов, но это ничего не меняет. Я все же не буду соглашаться на это. Нам снова кинули трейд. Но тут даже без слов, я думаю, вы понимаете, почему я отклонила. По-моему, я уже говорила, что японское яйцо это очень мало. Возможно, это был нормальный трейд, но я целюсь играть легендарки. Я знаю, что это большая переплата, но все же я хочу сыграть неонового Райт Буффало на Райт легендарку. Поэтому попросила человека добавить, но он отклонил трейд. Я перешла на донатерский сервер, может хоть тут мне что ему дадут. Видимо, человек просто решил похвастаться надо мной, и я решила похвастаться в ответ. В итоге он оставил лишь зелье, неонового быка и металлического быка, а потом и вовсе убрал металлического быка. Я решила написать ему добавить, хотя он давал довольно-таки нормально. Но все же я ищу трейд с переплатой.
Нет, но при виде такого мы сразу же отклоняем. Я решила с вами попрощаться. Всем пока и удачи!